В Ангарске среди детей дошкольного возраста состоялся чемпионат «Юный мастер». Он прошел накануне на базе индустриального техникума. Малыши познакомились с рабочими профессиями и почувствовали себя в роли специалистов. Подробности далее. В рамках чемпионата «Юный мастер» шестилетнему Жене предстоит непростой, но увлекательный процесс – попробовать себя в роли дефектоскописта. Ему необходимо определить качество изделия и выявить его повреждения. Это лишь полдела. Все результаты нужно занести в специальный протокол. Мы измеряли свет, измеряли образцы шероховатости, измеряли линейкой и находили дефекты. Участие в чемпионате воспитанники детского сада номер 103 принимают не в первый раз. К состязанию они подошли ответственно и готовились несколько недель. Кстати, многие за это время профессии увлеклись не на шутку. Мне очень нравится эта профессия. Я, когда вырасту, хочу ей стать и тоже смотреть дефекты и менять их на то, чтобы все было верно. По словам организаторов, чемпионат «Юный мастер» – это отличная возможность для детей дошкольного возраста познакомиться с различными профессиями. Так они могут проявить свои таланты, самостоятельность и умение логически мыслить. Им это все безумно нравится. Во-первых, мы начинаем открытие, вот сами поднимаем настроение с праздника, с такого. Потом они сюда приходят. Но они порой, мы говорим, что знают больше, чем наши студенты. Такой конкурс в Ангарске проходит не в первый раз и с каждым годом становится все популярнее. А в конце я на мегаскопе и смотрел, сколько дефектов. И у меня получилось 9. Оксана Крикунова, Александр Черник, «Местное время».